На прошедших выходных Брест буквально засыпало снегом. Его высота составила 24 сантиметра. Это для второй декады декабря рекорд за весь период метеонаблюдений. И хотя зиме брестчане рады, а некоторые детишки так и вовсе впервые увидели настоящие сугробы, справедливости ради надо отметить, что обилие снега – это всегда красиво, но далеко не всегда удобно. Зима и зима, вы поймите. Снег – это красиво. Единственное, что подходы вот бывают к транспорту. Там, да, сложно. Чистят, это сложно. Ну, чистят дороги. То есть вы за классическую снежную зиму, конечно, да? Конечно, конечно, это красиво. Зима должна быть зимой. Если у меня занимала дорога, допустим, до магазина 5 минут, то теперь она у меня 15 минут занимает. Потому что очень тяжело идти. Вообще с графики сама. Там, ну, если вот машина проехала, и бороздку сделала, тогда пройдешь. А так, конечно же, никак. Снежные заносы расчищают 190 уборщиков территории. Пришлось взяться за лопаты бригадам озеленения. Чтобы освободить пешеходные дорожки, тротуары и остановки вручную, требуется приложить немало усилий. Это тяжелый труд, но на помощь людям приходит техника. Она забирает снег и вывозит на специально предназначенные площадки. Сложно, но что сделаешь? Работа есть работа. Хотим, чтобы город был чистый, чтобы людям было где пройти. Вчера говорили спасибо огромное люди, благодарили. Со скольки работаете до скольки? С 6 утра до 2 дня. Если надо, выходим во вторую смену, когда такие обильные осадки. Люди работают, уборщики сами знают. Если идет снегопад, они выходят и в 5, и в 4 утра на работу, потому что пока остановки не затоптаны и переходы, им, конечно, легче на руки чистить. Но очень много у нас и обращений граждан. На борьбу с последствиями циклона, пришедшего с территории Украины, в нашем городе брошены все силы. Сегодня в Бресте работает 22 пескоразбрасывателя и 6 тракторов предприятия «Коммунальник». Пришла на помощи техника от других организаций. Были сильные снегопады в городе Бресте. Выпала двухдекадная норма осадков. Усложнялась работа тем, что мы убираем, сгребаем снег, а метель все равно засыпает. То есть определенные были сложности. Со вчерашнего дня привлекаются сторонние организации. Задействованы дополнительно до 10 погрузчиков и до 25 самосвалов для вывоза снега с центральных улиц, с остановок, с центральной площади. Все это очень важно, ведь Брест активно готовится к праздникам. Завершается установка инсталляций, совсем скоро одна за другой торжественно откроются городские елки. И тысячи людей встретят Новый год в атмосфере зимней сказки. Будем надеяться на это. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.